точки зрения судейская коллегия сработала отлично. Понятно, что уже к концу турнира накопилась достаточно серьезная усталость. Действительно, работа была не в проворот. Но тем не менее, от имени Российской шахматной федерации я хочу поздравить их с отличным результатом и вручить памятные подарки. Ну, начнем с главного судьи. Главный судья соревнований Ша Александр Адольфович. Постараюсь побыстрее, чтобы да. Федор Владимир Николаевич, секретарь турнира. Великолепная работа с моей точки зрения. Так. Его нету? Где он? Зовите пока. Тогда давайте сразу. Я буду диктовать, и все, кого я вызываю, подходите сюда. Балатинский Игорь Леонидович. Виктор Павлович Глухов. Максим Петрович Ивахин. Анатолий Тихонович Кошин. Галина Николаевна Струтинская. Калугин Сергей Геннадьевич. Любовь Гордык. Все вставать. Так. Все судьи здесь? Нет. Кроме того, организация самое активное и самое важное участие принимает Артем Пугачев. Советский Союз. Я думаю, не было тут представителей, который бы с ним не пересекался. Опять же, отлично справился со своей работой. Трансляция, вы знаете, у нас в РШФ специальный технический отдел, и на него, на руководителя его выпадает огромная просто нагрузка. Евгений Вышиняк. Евгений, вылезай, да. Технически, да, невозможно это. Кроме того, впервые мы попробовали такую форму, как дополнительная программа. У нас на пляже работал шахматный павильон. Это была вообще просто как бы первая попытка работать с людьми, которые не участвуют в спортивных соревнованиях, но тем не менее, естественно, любят шахматы и готовы поиграть в блиц, послушать интересных людей. И эта работа у нас занимался Илья Филиппов. Где он, Илья? Илья! Да. Ну и вот тут скромно сидит, думаю, что мы ее не вспомним. Церемония закрытия, все технические вещи, все вот эти красивые плакаты, которые нас окружают в течение всего этого соревнования, все это Яна Свердарчук. Такую процедуру, включение. Еще раз хочу, чтобы поблагодарить, ну, назовем ее группой поддержки наших шахматистов, потому что без их работы, ну, трудно представить это соревнование. Спасибо огромное. Александр Ильич, слово. Ну, замечательное соревнование по массовости. Хоть чуть-чуть уступает детскому призраку, там 10 раз, там. Но когда в одном зале играет легендарный шахматист, Крамский, можно быть, ни одна, ни две фамилии, гораздо больше, рядом с ними играют совсем юные шахматисты, которые видят живые легенды, на мой взгляд, очень важно, очень хорошо. И я считаю, что на будущий год, как люди увидят, что турнир состоялся и будет продолжаться, сюда приедет гораздо больше участников, и турнир будет еще интереснее. Удачи нашей команде. Спасибо огромное.
принципе, программа награждения подошла к концу. Кто хотел бы сказать какие-то слова? Пользуйтесь.